Тут решил я смонтировать три охоты. Ну, во всех трех охотах были какие-то там косяки. Первая охота просто как бы замучила меня камера моя. Решил я купить флешку на 64 гига. Камера GoPro, она должна их кушать. И вроде фирма Kingston, вроде ничего, все должно работать. 32-гиговыми пользуюсь нормально. Но нет. Замучила она меня. Сама включается, сама выключается. Может писать час-два, может не писать. В итоге на треноге камера, которая стояла, не записала именно. Убил двух уток, двух крыжних. Крикошей. Камера не записала, а камера, которая на голове была, не сняла именно момент выстрелов, только когда он добирал уже и когда шел за уткой. Вторая охота. Решил, я стою на берегу, там где такой заливчик слева от меня есть. Вроде как, когда дует сильный юго-западный или западный ветер, там должно быть затишье, но думаю, посажу туда чучела, поставлю. Вроде как на затишье должны садиться утки, но утка летит вдоль с морем, и получается в последний момент она. Это для меня большой залив, а на самом деле для утки он небольшой, и утка пролетает мимо. Вот. И как бы, ну вот, всего было три налета. Значит, причем я их называл птеродактили, насколько я так понимаю, это малый крохоль. Ну, зубатый. Зубатая такая утка. Летает со скоростью, как самый маленький черт. Короче, со скоростью пули сбивать очень сложно. Одного сбил, во второго попал, но от этой скорости, которой он летит, он шарахнулся в камыши и был под ранок, уплыл. Искал, искал, не нашел. Ну, третья утка, вы увидите сами, просто она пролетела так, что я ничего и сделать не мог. Ну что, сегодня вот такая охота, всего одна уточка, ну, не знаю, что это за утка, северная какая-то, голова коричневая, зубатая, птеродактиль. С 7 до 8 летало, было два налета. Этого сбил, второго тоже такого же, в принципе, сбил. Упал в камыши, ходил, искал, искал. Далеко очень упал. Больше налетов не было. Все. Все, что летело высоко и быстро. С 7 до 8 и все. Вот тебе охота. Ну, пойду собираться. Третья охота. Очень сильный ветер, очень сильный западный ветер. Мы решили спрятаться, не стоять на острове, там бы нас снесло и затопило бы его. Мы поплыли в заводь такую, да, решили стать там. На той стороне, на которой нужно было стать, не стали, потому что там не было, ну, было много поваленного камыша. И глубоковато ходить, то есть за подбитой уткой уже могли воду Вейдерса набрать. Стали на другую сторону. Вначале стали, камыш тоже повалило там. Стали, нас было видно, когда были налеты по темноте. Налетов было очень много, утки было очень много. Значит, рано. Получилось так, что пока передумали, пока переставили, ну стали, хорошо, скрылись. Вроде уже нас видно не было. Уже утка налетать начала. Начали мазать. Если попадали, то этим ветром, пока утка падала, сдувало ее так далеко. То есть за подранком догнать. В общем, я сбил одного селезня. В самом начале снять не смог, потому что темно было. Потом еще попал по двум селезням. Значит, и один, и второй упали, и были подранки, и они уплыли, сами уплыли. То есть они живые были, уплыли, и не смогли мы их добрать, потому как просто 300-400, ну, нереально было.
Вот тут такие три охоты, то есть не всегда бывает удачно. Такие три эпизода у меня было в том году. То камера не работает, то утки мало, а то осечка. Осечка была на этом, на лопатке, блядь. Ну, вот так вот бывает. То патроны не те, то косоглазость повышенная, то утка не летает, то камера не пишет, то главпатрон почему-то не срабатывает. Осечка на нем. Ну, ничего страшного. То другие охоты были поудачнее.